Оставить разговоры! Все, успокоились. Равняюсь! Равняю Средину! Наталья Григорьевна, кадетские классы на торжественную линейку по случаю Дня защитника Отечества построены воспитатель полковник Стерлинг. Вольно! Итак, начинаем нашу торжественную линейку. Это линейка подведения итогов за первые полгода учебного года 2014-2015. Она будет состоять из нескольких частей. Первое – это подведение итогов, которые показали вы в арсенале, когда было контрольное занятие. Сейчас Татьяна Владимировна, Итак, первое место среди пятого класса заняла Бутрина Алина. Кадет Ревко, Семен. Кадет Кобрякова, Виктория. Восьмой класс. Кадет Пучков, Андрей. Кадет Кольцов, Анастасия. Девятый класс. Кадет Петельник, Жалев. У нас была дисциплинарная комиссия. На этой комиссии вы знаете, как мы выделяем кадет, которые заслужили хвалу, будем говорить так, и те, которые у нас с вами провинились. Но это у нас было подведение итогов. К счастью, у нас не было причин ни с кого снимать погоду, то есть как-то здесь было все благополучно. Но комиссия нашла, что ученики пятого класса еще не заслужили возвращения по дому, к сожалению. То есть вам надо еще подумать над своим поведением и какие-то сделать дела на благо, будем говорить так, лицея, класса, с тем, чтобы можно было понять, что вы действительно осознали то, что вы совершили. Так, были возвращены погоны кадетам 7 класса, Сергину Павлу и Белявскому Ивану. Им были возвращены погоны за то, что они осознали и вели себя так, как оно положено. Но мне очень приятно сказать, что мы выделили группу кадет, которые должны будут сегодня получить звание старший кадет. Это командир 6 класса Рябков Семен. Служу Российской Федерации. Здравствуй. Есть. Давыдову Данилу.
Масленников Кирилла. За отличные успехи кадету 8 класса Логина на равне. За отличные успехи кадету 9 класса Занужевского. И еще сейчас будут вам награды, которые вы получили за участие в параде. За участие в параде на Красной площади, посвященной 73-й годовщине исторического парада 7 ноября 41 года. Награда нашего героя выдаются свидетельства правительства города Москвы. Басова Юлия, 5 класс. Седьмой класс. Марси. Литус. Кадет Литус. Дули. Степанов. Бычков. Бурмин. Девятый, восьмой класс. Якшу Мария. Тетюшин. Нет, участвовали наши кадеты 9 класса.
и от коллектива школы номер 9, педагогического коллектива этой школы, выражается благодарность Наталье Григорьевне, нашему директору, и Столярскому Константину Вячеславовичу в организации проведения данного мероприятия. Участникам 9 класса. Да. Поэтому решите вручить грамоту Наталье Григорьевне. Поздравляем всех, дорогие. Так, мы теперь знаем все, что 17 февраля, это день кадета, этот праздник отмечает Россия. Значит, этот праздник отмечаем мы, это будет красная дата нашего календаря. Поэтому каждый год 17 февраля у нас будет состояться кадетский бал. Сегодня у нас робо-терраса. Посмотрим, что у нас с вами получится. Значит, смотрите, ребята, это кадетский бал первый. Я вас прошу очень быть внимательными, послушайте меня, выполнять все распоряжения, которые вам дадут. Какой сегодня распорядок? Значит, на третьем уроке в 10:30 будет кадетский бал. В зале будут присутствовать только участники этого кадетского бала и остальные кадетские кадеты, которые не принимают в этом активное участие. Но они будут сидеть в зале, слушать и смотреть. После на пятом и шестом уроках у нас с вами будет эстафета. Вы знаете, от каждого класса 10 человек, по 2 там человека получается по одному дистанцию. Все остальные мы распределяемся, которые болеют, сидят по кабинетам, по станциям, которые они выбрали. Понятно это, да? Я вас очень прошу организованно провести этот день. А вообще я вас сейчас поздравлю всех с Днем защитника Отечества настоящего. Поздравляю вас, желаю нам удачи. Мы были на форуме с 7 классом, мы были на форуме позавчера, 18 числа, называлось так. Честь имею служить России, отчизне, вернее, вот так оно звучало. Вот, и я так думаю, что это будет и нашим с вами делом. На занятия справа колом по одному, шагом марш. Так, остались мальчики 5 класса и 8.